О вокальных данных покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой высказалась артистка Ольга Зарубина и вспомнила, как ее выступление было вырезано из новогоднего концерта «Песни года», передает издание «Страсти». Как отметила Зарубина, инцидент произошел еще в далеком 1979 году, когда она вместе с Михаилом Боярским исполняли композицию «Так не должно быть». Зарубина заявила, что Пугачева всегда ревниво относилась к тем, кто имел хорошие вокальные данные и благодаря связям Примадонны их сразу же убирали из эфира. Если учесть, что у Пугачевой голос, порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато. В моем понимании вокал – это соответствующий диапазон. Потому что голос – это тембр, где есть нижние тона, средние, верхние. И ты должен уметь пользоваться всеми этими регистрами, сообщила артистка. По словам Зарубиной, сильными сторонами Пугачевой было правильное построение фраз и речитатив, но вот голоса у нее не было. Ходили слухи, что Пугачева потеряла голос из-за курения, но, как отметила Зарубина, если бы голос на самом деле был, то никуда бы он не исчез. И в качестве примера привела певицу Уитни Хьюстон,